Для меня присоединение Крыма – это конец позорной эпохи, которая началась в 1991 году. И вот заканчивается на наших глазах. Впервые после 1991 года американо-бандеровским переворотом Запад вторгся на территорию русского мира. Он пересек некую черту. И впервые за 21 год со времен ельцинского и горбачевского позора Россия ответила очень жестко, и оказалось, что Западу ответить нечем. Ни военным способом, ни экономическим они ничего не могут сделать. Это лишний раз говорит о том, что мир изменился, и что Россия не так слаба, как это предполагалось, а Запад не так силен, как это тоже предполагалось. Ну, собственно, лицо нынешнего Запада очень хорошо воплощает Обама. Все, что я видел последние разы, то, что я увидел по телевизору, начиная со встречи с Яценюком и последнее его выступление, когда он врал про референдум в Косово, он такого очень нездорового цвета, и лицо у него такое очень-очень нездоровое.